Здравствуйте. Хотел сегодня записать видео на тему перевода части алиментов на счет ребенка и насколько это позволяет избежать неконтролируемых расходов со стороны бывшего супруга или бывшей супруги. Дать практические советы из своей практики. Кстати, кому эта тема интересна, напишите в комментариях под этим роликом, и тогда это видео запишу. Но нет же. Опять чудят наши депутаты. В частности, чудит Татьяна Буцкая. В общем-то, она известна довольно-таки большому кругу граждан Российской Федерации. Пересказывать ее биографию я не собираюсь. Так вот, Татьяна Буцкая заявила, что брачный договор противоречит традиционным ценностям. Я вам зачитаю то, что говорит Татьяна Буцкая. Так, на слушаниях в Государственной Думе Татьяна Буцкая, депутат от партии «Единая Россия», отметила, что заключение таких договоров навязывают россиянам чуждые ценности. По ее мнению, в момент вступления в брак люди не должны даже рассматривать возможность развода, так как это противоречит традиционным семейным укладам. Буцкая подчеркнула, что брак должен основываться на взаимной любви и доверии, а не на юридических условиях, отражающих вероятность разрыва отношений. Депутат считает, что такая практика разрушает основы семейных ценностей и не соответствует культурным нормам, принятым в российском обществе. Так может тогда вообще в принципе семейный кодекс отменим, да и все, запретим разводы, оставим только обязанности заключать брак, даже не право, а вот именно обязанность заключать брак, отменим весь семейный кодекс и все. И тогда будет все основываться на взаимной любви и доверии. Также Татьяна Буцкая сказала, что тем россиянкам, кто все же заключил брачный договор, было больно его подписывать. Такого у нас не было никогда, и это совершенно не про наши традиционные ценности. Это настолько не в наших традиционных ценностях высчитывать, раскладывать. Получается, мы настраиваем пару на то, что их брак временный. Вот такие вот мысли по поводу брачного договора у Татьяны Буцкой. Почему она говорит о женщинах? Может быть, потому что она сама женщина? Я знаю многих мужчин, которые тоже подписывали брачный договор, хотя, мягко говоря, не очень этого хотели, потому что понимали, что очень много имущества перейдет жене. Но также Татьяне Буцкой хотелось бы напомнить о том, что брачный договор, если кому-то по этому брачному договору достается все, а второму супругу ничего, такой договор будет оспорен в суде. Потому что один из супругов получается в явном невыгодном положении. Такой договор нельзя по сути заключить. То есть их заключают, но их оспорить можно в суде. Касаемо того, что у нас никогда такого не было. Какой период времени имеет в виду Татьяна Буцкая? Не знаю. Небольшая историческая справка. Зачитаю. Понятие брачного договора, условного такого брачного договора, было известно еще в Древней Руси. Древние славяне с почтением и уважением относились к брачному союзу. Так, в Московской Руси было распространено несколько договоров, целью которых было урегулирование имущественных отношений будущих супругов и членов их семей, поскольку зачастую они проживали все вместе. Подобные договоры заключались нередко сразу после сватовства. Например, договор о приданном, договор о столовых деньгах, который предусматривал взносы со стороны жениха, а также предбрачный договор о наследовании. В Московской Руси это еще было. Я уж не говорю о реформах Петра I, которые поменяли. И, в принципе, тоже было нечто подобное, типа брачного договора.
Или Татьяна Буцкая имеет в виду период Советского Союза, когда в законодательстве СССР не было такого понятия, как брачный договор? Может, она этот имеет период времени, что у нас никогда такого не было? Ну так давайте, вот моя мысль в чем заключается, ну так, с небольшой иронией. Ну, Советский Союз стремился в коммунизм. А одним из основных принципов наступления коммунизма и вообще существования коммунизма – это отсутствие частной собственности. Я думаю, тут все об этом знают. Ну, когда отсутствует частная собственность, о каком брачном договоре может идти вообще в целом речь? Давайте у нас сейчас тогда отменим вообще частную собственность. И заключение брачного договора отпадет само собой. Ох уж, Татьяна, Татьяна. Хочу напомнить, что в современной России, в современной Российской Федерации понятие брачного договора появилось в 1994 году. А в 95-м году брачному договору была отведена целая глава в нашем действующем гражданском кодексе. Ой. Что еще сказать? Я посмотрел статистику по разводам. Так вот, согласно этой статистике, с января по июнь 2024 года зарегистрировано 359 590 браков. И также в этот период времени зарегистрировано 317 932 развода. Очень так традиционно получается, да? Ох, ваше мнение по поводу Татьяны Буцкой, по поводу ее заявлений приветствуется в комментариях. Ровно то же самое она, кстати, опубликовала у себя на стене в ВК постик о том, что брачный договор противоречит традиционным ценностям. Ну, я хотел ей вообще, в принципе, написать под этим постом и задать вопрос о том, а когда, в какой период, исторический период времени, ну, формировались условно вот те ценности, на которые мы сейчас ссылаемся. Какой-то древний период, период Советского Союза, период современной России. Или оттуда немножко, оттуда немножко, оттуда немножко традиционных ценностей. Вот хотел ей задать такой вопрос, но не смог, потому как под всеми постами у нее закрыты комментарии. Видимо, она не хочет получать комментарии, которые, которые пишут под статьями на тему ее высказывания. Вот здесь будут небольшие такие скриншотики комментариев. Почитайте, там можете на стоп поставить и посмотреть, что люди пишут вот как раз на тему вот этого брачного договора. Ладно, на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Всем до встречи. Пока. Так что, друзья, быть участником группы ВК скоро будет выгоднее, чем не быть таким участником группы ВК. Вступайте.